А вот прям действительно музейно-выставочный экспонат. 981 тысяча. Ну ничего, думаю, через годик, может быть. Главное, не на вахту. Реально немножко аж так не по себе, мне аж тут жарко стало, хотя здесь прохладно. Ну, ценник, конечно, бомбический такой. Но с другой стороны, хрен с ним. Я говорю, действительно, надо есть, куда стремиться. Действительно, это у нас здесь, мне кажется, все. А так-то это... Ну, люди же зарабатывают как-то. И мы будем зарабатывать. Здесь я пообщался с девочками. Говорят, даже вот эти вещи, вот по миллиону, да, по полтора, их берут в кредит. Ну, это уже, конечно, я не знаю, за гранью моего понимания. А еще здесь мне девушка, консультант, рассказала историю, как многие молодые здесь, ну, такие симпатичные мальчики одеваются. Они приезжают уже с женщинами, которые их одевают, кормят, обеспечивают, и титечку еще в рот вечером кладут. Вот. Альфонсов, короче, много.